3 февраля исполнилось 4 года с момента, как в нашей области была внедрена новая модель перевозок. На сегодняшний день она действует в 7 муниципалитетах, где проживает более половины всего населения региона. Это Тверь, Калининский, Ржевский, Кимрский, Конаковский, Старицкий и Зубцовский муниципальные округа. За это время пассажиры транспортного Верхневолжья совершили в автобусах 361 миллион 200 тысяч поездок. Из них 325 миллионов 300 тысяч пришлось на Тверь и Калининский округ. В минувшем году компания перевезла около 110 миллионов пассажиров. При этом растет доля безналичных платежей. В Твери по сравнению с 2022 годом она увеличилась с 89% до 91,5%. Изменились 15 маршрутов. На 11 появились новые остановочные пункты. За год, в том числе по просьбам жителей, территории были скорректированы 173 графика движения, в том числе 82 в Твери и в Калининском округе.